I found a love for me. A secret. Я не могу без тебя. Выезжай. Киноплейс. Игорь, иди спать. Хочешь, покажу, как убили короля ночи? Бля, Игорь! Алло, сынок, ты когда приедешь? У меня тут кран течет. Мам, я сейчас в Москве по работе. А пусть малой заедет, а? Ты что, дурной? Ты ж прямо передо мной сидишь. Мам, зачем ты курила на балконе? Ты в интернет вообще не заходишь? Ну кто ж знал, что все так серьезно? Да за это сейчас давит больше, чем за оскорбление чувств верующих. Мы вообще будем сегодня на тачках гонять? А надо? А ничего, что этот фильм называется «Форсаж», а мы-то то и дело, что сорёмся и тянем сюжет, высосанный из пальца. Да люди как раз и идут на этот фильм, чтобы на срач посмотреть. Ну вообще-то он прав. В жопу тачки. Кажется, я влюбился. А ты не думал, что у тебя за спиной она может делать ужасные вещи? Не, она не такая. Ну, не знаю. Может, тебе лучше вернуться к своему лысому дружку? Исключено. Он совсем меня не чувствовал. А Наташа другая. Ладно, милая, я побежал. Наташа ждет. Ну, давай. Дорогая, я дома. Народ, а зачем мы тычем друг друга пушками? Ну как зачем? Надо же напряжение создать. А ничего, что так в каждом втором боевике делают? Да потому что это хорошо работает. Он прав, нужен нежданчик. И я железный человек. Сейчас пальцами щелкну, и всем пиздец. Ой! А это больно? Об стальной трос нельзя порезаться. Тогда я пошел. Это естественный отбор. А это что? Это машина жены. Взял у нее погонять на время. Я называю это взять машину в лизинг. Я ее и не спрашивал. Каблук. Слушай сюда, если ты еще раз припаркуешься на моем месте, я тебе щеку изнутри поглажу. Схера ли твою? Если я тебя еще раз там увижу, то выебу тебя так, как не ебал никто в жизни. Словно поезд. Разминай булки. Ну погнали. Мужики, а можно я с вами? Из этих? Да не, это прикрытие для зрителей. Актерище. На следующий не выходите? Да, выхожу. На остановке останови. Что за аромат? Жигуль номер 7. Поездись, мое. Посмотрите. Я само совершенство. Я могу творить что угодно. Я выше всех остальных. Присоединяйтесь ко мне. Можешь согласиться? Чего? Мне надоело полтора часа добираться до работы. Ты что, реально согласишься ездить по обочинам? Ну да, что? Меня остановит, разве что КамАЗ. Вот пидорас. КамАЗ? Ну так, что решили? Послать тебя. А вот и КамАЗ! Обочинник ебаный. А как в России водят маршрутку? Смотри!
хочешь порулить? Так вот русские каждый день на работу добираются. Это многое объясняет. Ты еще не видела, как они запускают воздушных змей. Сидел в тюрьме. Как часто ты думал о сексе? Да постоянно. И о чем же ты думал больше всего? Чтобы он произошел не со мной. Ребята, вы знали, что я полукиборг? Слышь, полупидорк, иди сюда. Я тебе сейчас по сусекам поскребу. Ты объезжаешь пробки, а потом нагло вклиниваешься обратно, делая хорошо себе. Ты делаешь хуже другим. Но я — это не ты. В общем, езжай-ка ты нахуй. А мы поехали домой. Ура! Пробка рассосалась! Я называю это взять машину в лизинг. Каблук. Нет, еще раз. Каблук. Нормально. С чем ты сам с собой разговариваешь? Сейчас это перепишем еще. Я называю это взять машину в лизинг. Хуйня. А я тебя не снимаю. Я? Я правда не снимаю. Хорошо. Я называю это взять машину в лизинг. Что вы испытываете, когда не можете записать с первого дубля? Злюся. А сейчас злитесь? Злюся. Дорогая, я дома. Сука, пиздец. Да не, это прикрытие для зрителей. Да не, это прикрытие для зрителей. Слишком растянуто... Сука, 11:30 уже. Да не, это прикрытие для зрителей. Всем привет! А вы уже посмотрели этот фильм? Какой самый яркий момент вам запомнился? А если такого нет, то напишите в комментариях самый яркий момент из какого-нибудь другого боевичка. В общем, накидайте на это видео лайков, подписывайтесь на канал, давайте наберем 20 тысяч подписчиков. Смотрите фильмы сердцем, но мозг не отключайте. Как вы думаете, что случилось с героями дальше? А хотя ладно, смотрите. Нам надо расстаться.